Всем привет! Хотел бы сегодня с вами поговорить про заработок CSGO вот на таких вот сайтах. Почти все виды заработка тут, как по мне, шулерские, кроме одного, когда вы честный администратор данного сайта и имеете доход от процента. Но если вы хотите навариться быстро, то создавайте вот такой вот сайт и в нужный момент подкручивайте выигрыш себе или своему другу и обогащайтесь. Далее есть такие схемы, когда администратор или по договоренности человек пытается вам впарить инфу о том, что у него трейдбан и он не может вывести крупный выигрыш с такого вот сайта и просит вас сделать это за него. Он вам скинет выигранные коины, даже продемонстрирует, что он может подкручивать рулетку, попросит вас назвать ник любого игрока, который должен выиграть, и да, он действительно выиграет, как тут не поверить. Но есть одна маленькая деталь, прежде чем вывести скины сайта, вам необходимо сделать ставку минимальную и сыграть одну игру. Ставочка это будет равняться $10. Много это или мало, для каждого по-разному. Но получить обещанные $100 вместо потраченных 10, конечно, скружит голову. Ну а в конце, как всегда, вы останетесь ни с чем. Вас кинут черный список в Стиме, а шмотки ваши останутся у бота навсегда. Видовечивых людей много, они и всегда, и они будут. Ну и так, конечно, вот люди зарабатывают. И есть еще одна схема, которая называется «Задавить банком». Человек покупает дорогой скин, идет обычно на сайт, где есть небольшая активность, выжидает первые ставочки и потом делает свою ставку с дорогой пушкой и выигрывает, соответственно. Да, есть риск, но их можно уменьшить, если делать ставку с двух или с трех аккаунтов. Давайте на вот этом примере мы и посмотрим. Здесь у нас ставка первая 73, вторая 21 и третья 2,8. И давайте посмотрим, вот два первых аккаунта, например, мои. Какой здесь будет играть? Только первое и второе место разыгрывает весь банк. Ну и соответственно 73% у нас победили. И таким вот образом можно собирать небольшие суммы. 150, 200, 300 рублей в зависимости от активности других пользователей. А за день сколько можно? Пару тысяч поднять. А если все эти схемы объединить, можно выйти на неплохой доход. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Если вам есть что добавить или возразить, пишите в комментариях. Если понравилась данная тематика и вы хотите узнать, как еще можно заработать, ставьте лайк. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.